С ранних лет мы мечтаем, кем будем, когда вырастем. Время летит незаметно, и вот вчерашние дети заканчивают 9 класс. Куда пойти, где учиться, оставаться в школе или поступать в техникум? Вопросы непростые. Чтобы помочь их решить, Минобразование Чувашии совместно с вузами и СУЗами республики организовали неделю профориентации под названием «Твой выбор профессии». Многие девятиклассники из 19-й школы решили поступать в техникумы и колледжи. И чтобы определиться с выбором СУЗа, мальчики и девочки побывали в машиностроительном техникуме. Ребята занимались за новыми тренажерами и даже поработали за настоящим станком. Каждым годом растет потребность в настоящих профессионалах – слесарях, фрезеровщиках, машинистах и токарях. Современные школьники больше информированы и практичны, и все чаще делают выбор в пользу среднего профессионального образования. Наши выпускники всегда трудоустроены. Нет проблем с выбором места трудоустройства. Ежегодно к нам приходят более 300 абитуриентов. Мы осуществляем выпуск по 6 профессиям рабочим и по 7 техническим специальностям, наиболее востребованных в экономике нашей республики. Чувашии более 25 учреждений среднего профобразования. Каждый год почти 7 тысяч студентов, выпускников СУЗов начинают работать на предприятиях и организациях не только нашей республики, но и по всей стране. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.